Сегодня в России вступил в действие президентский указ об уничтожении продовольственных товаров, незаконно оказавшихся в стране. Продукция, поступившая из западных стран, которым Россия объявила продовольственное эмбарго в ответ на санкции, введенные в ходе украинского кризиса, вне закона. В Белгородской области сегодня было раздавлено бульдозерами около 10 тонн западного сыра. Федеральные каналы российского телевидения продемонстрировали, как работники таможенной службы жгут бекон и давят сыр. При этом многие россияне не могут понять, зачем нужно уничтожать ценные продукты питания. После введения санкций некоторые продукты подорожали на 20%, и все чаще раздаются предложения раздавать конфискат нуждающимся. На сайте международной организации change.org появилась петиция, обращенная к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть закон. Под ней на данный момент подписалось 267 тысяч человек. Если продукты можно просто съесть, зачем их уничтожать? Задается вопрос в тексте петиции. У официальных лиц есть своя версия ответа. Продукция представляет собой опасность, потому что у них нет ни маркировки, ни информации о производителе, нет даты выработки, ни сроков годности. Поэтому она уже является опасной и не подлежит для реализации или употребления людям.